Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Трэш-контент опять. И знаете что? Решил я забрать. Все-таки решил я забрать еще одного огника. Он за двадцатку. И я думаю, что владельцу аккаунта он очень-очень нужен будет. Второй. Одного мало, а два лучше. Плюс посмотрите, какие мы еще дополнительно плюхи получаем, потому что сегодня реально очень крутые акции на английском сервере. И я думаю, почему бы нет. Пусть будет второй. Там у нас, наверное, осколками он скоро соберется. Ну, самое интересное то, что топовые плюшки еще дополнительно дают Apex камни, десятые, девятые, точнее, рунки на талант, мешочки, ну, то есть все дела, питомец. Почему бы и нет? Если да, то значит да. Так, говорю, если да, значит да. Поехали. Немножко преобразим. Такс. Да, улучшили это. Ну, я потом питомцами займусь. Дальше. Так. Что у нас интересного? А у нас интересные акции сегодня. Поехали. Discount Store. Ну, у нас есть еще дополнительно монетки. Так, ну что, забираем. Я думаю, это надо забирать однозначно. И, скорее всего, мы возьмем это вот. Бум-бум-бум-бум-бум. Десятый. 10 штук. Тоже, в принципе, неплохо. Ну ладно. 300, ребят. Офигеть. Прикольненько. Ну, нам этого хватит для трешечка. Давайте еще пробежимся по акциям, посмотрим, что, и пойдем качать второго огника. Так, Манс, это вот этот плюшки, Dragon Orbs, поехали посмотрим, что сегодня здесь интересного есть. 4 шанса, ну это, знаете, это ни о чем просто. Ничего себе. Что это там у нас такое интересное было? Честы. Так, еще один шансик и бум. Отлично. Emulation Banaza. Это как Tower Gifts. Так, ну тут нам еще копать и копать. Неинтересно для нас это. Сейчас пойдем пооткрываем плюшечки, которые получили. Такс. Вон, ничего себе, купончик выиграли. Один, да? Сейчас посмотрим. Интересно, интересно. А что тут у нас будет? Блин, вот не хватает нам Валентинки. Блин, эссенции, офигеть. Ну, тут реально очень круто прокачивать аккаунты. Я вам скажу, что это просто, просто кайф. Так, тут у нас 4 шанса. Посадили, поехали. Посмотрим, ради чего садили. Ну, 55 багов первых. Я вам скажу, нам надо. Это нам надо. Такс. Хорошо, есть. Ну, за первую и Lucky Prospector. В общем, вот так вот аккаунт развивается по чуть-чуть. Я бы не сказал, что даже по чуть-чуть развивается очень даже неплохо. О, ничего себе, посмотрите, какие плюхи. Лазуля, Огник вообще. Ничего себе, Огник не раритетный даже. Раритетный этот. Лазуля и Трифит. Это жесть. Они издеваются, что ли? Так, окей. Thunder Gift нету.
Значит, вот так вот поехали, забираем еще плюшечки. Плюс 4 коробки, 100 слизней, купончик на фон. Кстати, давайте посмотрим, что там у нас. Купончик на фон зимний. Ха, прикольненько. Вот этот фон поставим. Все, больше фона нет. Хорошо. Ну, в принципе, это, в принципе, даже очень-очень неплохо. Такс. Карту на архи мы загребли. Расходники, в принципе, тоже собирать по чуть-чуть надо. Такс, ну что, поехали, посмотрим, что у нас. Уже 1 300 000 кулаков есть в запасе. Это хорошо. Тут камешков хватает на 20 героев. Как видите, с рунами вообще кайф. С талантами кайф. Все для дальнейших прокачек есть. Такс, окей. 9000 уже на одного героя у нас хватает. Правда, не на 30-й прорыв. Вот он наш охник еще один. Сейчас мы к нему дойдем. Так, блин, Валька нужна. Валька, приди. Паладин. Ну, с этих карт нам тут явно Валька не придет. А вот отсюда может. Не. К сожалению, нет. Поехали, ребятушки. 5 рун. Бум. Офигеть. Ну, вот железка. Топчик на PvP локации, на подземке, раскол на архидемона и изворот для тыковки. Возможно, для кого-то как вариант тоже очень даже неплохо. Так, открываем сумочки. Let's go. Раз, два, три. Космо, приди. Так, скин на космо у нас уже есть. Еще добавилось 30 осколков. И сможем сейчас немножко здание подкачать. Так, а тут у нас... Питомцы остались. Питомцев мы дойдем еще. Такс, хорошо. Что мы там сделали? Давайте посмотрим. Что я хотел? Даже не помню, что я... А, надо, кстати, надо алтарь качать. Как видите, с прокачками, в принципе, довольно-таки неплохо. Так, тут тренируется хорошо. Уху-ху-ху-ху. С этим мы разобрались по героям. Поехали. Так, окей. Почему мы купили второго огника, многие будут спрашивать. Потому что такой вариант это PvP-шный, и я хочу еще тут, чтобы был один вариант, скажем так, как запасной. Ничего себе, два таланта. Для PvP-локации, для архидемона надо. Ну, как бы на атаку фортов тоже очень неплохо, когда есть вторая, третья пачка, которая реально будет тащить. Такс. Что ему поставим? Ну, я думаю, одного мы качнем с пактом. Второго надо убить, раскол неплохо было бы. Либо сейчас посмотрим, может, бас будет. Что-то такое придумаем, как бы возможность качнуть есть. Ремочка. Ничего себе. Ничего себе, ребятушки. Так, а кому мы ремочку сможем пристроить? Космо уже вкачанный. Вольтик. В принципе, неплохой вариант на вольта поставить. Но тут просвет особо не нужен. Не хочу я, скажем так, тратить талантики с... Ой, отлично, еще один просвет.
со склада, потому что они потом нужны будут, и в принципе коробок хватает, почему бы и не потратить коробочки на такое дело. Так, саморазрушение, ожог, каменка. Тут уже талантики у нас у героев стоят очень-очень неплохие, СО неплохо. Так, это хрон, которого мы пока качать не будем. Так, СО. Давайте поставим сюда. Уже нужный вариант. Берс. Нафиг. Еще одна ремочка, отлично. Блин, а заклинательницу вчера проспал. Скин. Так, ремочных тут тоже у нас хватает. Кинди, дерево уже сделано. Скинов, как видите, не хватает. Скинов надо очень-очень много. Сделать второй. Давайте поставим, пусть будет. Так, бог войны. Замедление. Еще один просвет. Блин, классно, просветы падают. Скоро весь гарнизон у нас будет. Туповый с просветами. Так, ракушка не то. Еще одна ремка, обалдеть. Так, тут мы ремку поставим сразу, пусть будет ремка. Изворот, вот, кстати, давайте Лугников поставим вторым изворот, пусть пока такой вариант будет. Потом докачаем, посмотрим, больше такую востребованность какая будет получше, понужнее. Вот и бас, кстати, есть. Так, я думаю, в принципе, лучше бас поставим. Изворот классно, но есть варианты получше. И еще один баст. Вот так вот. Просто нас закидали бастами. В общем, вот так вот, ребятушки. Второй герой наш. Точнее, не второй герой, а второй огник есть на этом аккаунте. Десяточка. Пишите комменты, лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи. Всем пока.